Привет, дружище! Wargaming и Amazon выпускают последний зимний набор от Amazon Prime под названием «Клюет», в котором вы гарантированно получаете премиум аккаунт, 10 задач на X5 опыта, надпись «Клюет», специальную эмблему «Порыбачим» и медаль «Заслуженному рыболову», а также две награды на выбор – премтанки в аренду 8 уровня, советскую ПТСАУ Т-103, а также средний танк Франции М4А1 «Револорайз». Премтанки 7 уровня Су-122-44, премтанк 6 уровня Heavy Tank номер 7. И все это с возможностью выкупа со скидкой. 10 допайков или 5 задач на X5 опыта. Более подробно о пакете Amazon Prime можно ознакомиться на моем сайте neru.gg в описании или первом закрепленном комментарии. Приятного просмотра! Хоба, приветствую всех подписчики, новые зрители, вы на канале NieRU, и в данный момент времени заканчивается закрытый аукцион на 5-й лот черного рынка 2021 года, ВЗ-111 Кюлин. Это китайский тяжелый танк, аналог ВЗ-111-5А, только в 3D стиле. Но это не просто 3D стиль. Таких танков всего в игре будет 20 тысяч. Это закрытый аукцион на серебро, и многие просто сейчас сидели, и с самого начала данного аукциона, 7 часов по московскому времени, фармили аж до 3 часов ночи, точно так же, как и я, точно так же, как и другие стримеры, например, сервер, мы сейчас вместе с ним сидим и фармим, плюс дополнительно сейчас вместе с ним ставим, но это еще не все. Помимо 3D стиля, вот этого вот невероятного 3D стиля с драконами, со всякими сундуками, со всякими рогами, со всякими крыльями и хвостами с головой дракона, у этого танка будет первая в игре 3D-анимация. 3D-анимация выстрела, а именно огонь огнедышащего дракона будет испускаться после выстрела из дула. Будут подсвечиваться красным глаза, и это все будет расплываться в пространстве. Короче говоря, кто-то называет тех, кто возьмет этот танк, просто тупыми безумцами, кто-то называет этих людей просто, ну, шизанутыми, долбанутыми, кто-то говорит, что надо ставить больше, кто-то говорит, что надо ставить меньше, так или иначе, я блогер, и я делаю для вас контент, поэтому сейчас, в данный момент времени, я сидел, фармил, накатал я 51 бой, плюс дополнительно еще задонатил картофану на 10 лямов серебра, 10 тысяч голды, короче, ставка ценою в жизнь, самая большая ставка в истории. Вы понимаете, сколько я поставил? 100 миллионов серебра. 100 миллионов кредитов я поставил на этот танк. 100 лямов. И после того, как я получу или не получу этот танк, я не знаю, вдруг моя ставка не сыграет. Многие мне зададут вопрос. Ты забрал? Я им отвечу. Да. Они спросят. Какой ценой? Я им отвечу. Ценой всего ангара. Танос Ю получит ВЗ-111-5А Кюлин. Короче говоря, ребят, это прям исторический момент. Это прям исторический момент. Я в прошлом году на черном рынке забрал Тайпа 59 гол за 77 777 тысяч золота. В этот раз я забираю за 100 миллионов кредитов серебра, шекелей, внутританковой валюты. ВЗ-111 Кюлин. Честно, я очень сильно надеюсь на то, что моя ставка пройдет, рассчитываю на это, и в данный момент времени я сижу в TeamSpeak вместе с сервером, и можем с ним как раз-таки пообсуждать, и вы послушаете, как мы с ним обсуждаем вообще, в принципе, эти ставки, танк. Записываю сейчас это ночью, у меня 2 часа 53 ночи, ждем окончания ставочки и погнали потрейдим сырником. Микрофон активирован. Короче, я сейчас это видео записываю, сырник. Зачем? Это специально, потом выложу.
как посмотреть подписчикам. Как проходил марафон. 100 лямов поставил. Все. Я поставил тоже. Сколько поставил, брат? Все шестерки. Все шестерки? Да. 66 лямов? Да. 666 тысяч? Да, потом последнюю шестерку заменил на семерку, на всякий случай. Типа, чтобы не было так жестко. Все, точно зайдет теперь. Блин, я с 77 лямов. Тебе жалко будет, если он будет 340? Не, мне не будет жалко. Почему? А потому что я в прошлом году уже поставил 77 лямов, ой, 77 777 на Type 59. Тебе пробок накидывают на Новый год, у тебя там миллион золота, тебе это пофиг, в принципе. Ну да, правильно. У нас с тобой много. А мне не накидывают. Хорошо, балаболка. Нам одинаково накинули. Всем блогерам одинаково накинули в этом году. Одинаково. Не неси фигни. Кому? Я же знаю лучше. Что? По 150 всем накинули. Нет. Что? Не накидывали в зависимости от канала. Ну мне 150, мне... и тебе 150. Мне не 150, нет. А сколько тебе? По-моему, сотню накинули. Да не. Да. Ну, если мне каждый по 25. Там 4 их же было. 25 по 25 каждый, да. У меня 100, у тебя 150. Вот, в зависимости от канала, типа, поэтому у тебя больше, брат. Хм, странно. Мы ж сравнивали, я же тебя спрашивал, сколько. А первый раз накидывали 500, потом 250. Первый раз мне вообще, а мне не накидывали. А потому что у тебя тогда канала не было. У меня был канал, просто он слабенький. А, брат, ладно. Уже донатил, чувак, кидай по максам, ты заработаешь на контенте больше. 3к максимум, если ты обычный рядовой. А так, это уникальная фигня 10 уровня, которая будет у единицы из миллиона. Брат, просто представь, 20 тысяч игроков на редчайшем экземпляре. А через полгодика ВЗ 111, ребят, покупаем снова. Новогодний стиль. ВЗ 111, хотя продается. Да я не знаю, 66 лямов должно зайти, идите в жопу, если не зайдешь 66 лямов, вы офигели. Я 77 лямов, блин, изменил на 100. Ну, да я манал, вы что прикалываетесь? Не, ну, а прикиньте, как будет обидно, потому что ты взял и перевел уже золото в серебро. Да, вон мне говорят, мне 100 закинули, да. Ну я же говорю, меньше, канал меньше. Помнишь, что 100-ка мне было? И помнишь, у меня меньше, чем у тебя было? Тут пишут, ликвидатору у коробок 100 закинули. Ну да. А. Мелким каналом, типа, докинули по 100. Крупным, типа, по 150, там, 200. Понял. Блин, ну, я очень сильно надеюсь, что она зайдет. Нет, тут еще кто-то покает. Блин, просто главное, чтобы... Блин, на самом деле, был бы он хотя бы хоть более уникальный, не просто, блин, стиль. А то, блин, сделали хотя бы мой альфу 560. Вот это уникальность была бы, чел. Прикинь, такая же ВЗ-шка. Только альфа 560. С таким же КД, только... Ты понимаешь, какая это имба будет, дурачок? Да какая разница, их всего 20 штук, они не будут нагибаться, они не ушатают тебе рандом никак, потому что их мало. Ну, согласен, это было бы обоснованно. Честно, ну, я бы хотел, чтобы 560 у него альфа была, но ты представляешь, какой у него ДПМ? Который что-то взял годно. Да, но ты представляешь, какой у него будет ДПМ? Да. Ради тебя поставил 32 ляма и посмотрим, пройдет или нет. Ты знаешь, какой это был бы ДПМ? 4400 урона в минуту. 4400 урона в минуту, представляешь? Поменял ставку, чел. В конце восьмерку добавил. Давай, Асланбек. Все, сейчас точно зайдет. Давай, расскажи. Я надеюсь, что у тебя ставка не пройдет. Я надеюсь. Бля, мне 2 минуты, может поменять еще? Бля, я не знаю, чел, ну 6-6, это, я думаю, должно заходить, ну вы гоните, куда столько? Бля, прикинь, не пройдет у меня, я сейчас... Бля, просто... ты плакать будешь? Бля, прикинь, реально мне не пройдет, чувак. Чувак, бля, ну ты думаешь... Бля, не пройдет. Давай так, ты думаешь, как бы я просто так 77 лямов поменял на 100? Я продал весь свой ангар. Знаешь, будут слагать легенды, будут спрашивать... Как ты получил ВЗ-111-5А, Кюлин? Я буду говорить ценой всего ангара. Это контент закончится через 2 дня у тебя, понимаешь? Так ты думаешь, я буду с 2 дня это делать? Я буду растягивать удовольствие, растягивать. Так. Зрители будут смотреть на придурков, которые ездят на ВЗ-111 Кюлин и такие, о, да. И стримеры будут между собой драться, кто же возьмет отметку быстрее. Они и так уже Всё. Смотрят на нас, как на дурачков. Я поставил все семерки. Серьезно? Сука, если сейчас... Если из-за тебя я поставлю больше,
На 10 лямов, блин. Это было просто говно, я манал. Блин. Он реально ставит. Кел, если сейчас просто... Вот это я байдить умею. Если там 30-40, чувак, я рот шатал. Если там реально 30-40. Брат, я не виноват. Если там... Если брат, там 30-40, я манал тебя. Брат, я не виноват. Я тебе серьезно говорю. Брат, я не виноват. Я не виноват. Это ты просто... сам. Это ты 30, сам выбрал. 30 лямов сейчас просру просто так. Брат, так поставь 30 лямов. Джо в 166 лямов поставил 666 тысяч. Блин, да там ты что не спишь? Я сам с гулянки пришел, смотрю стрим и сразу тебе. Да блин. Пацаны, тут вообще контент реально рекой идет, Белл. Просто прожимайте лайки, господа! Я знаешь, я чисто, блин, как это, в Турции. Так, ладно, давай, финальный счет. 35 секунд. Поехали. Бля, ну, посмотрим, что. Ну, 70, бля, если я просто вот так перевел 30. Голду. Если просто так голду перевел серебро, это будет смешно. Ну, смешно. Мы же не знаем. 25. Бля. Ну там 30-40. Бра, 20! Я тебя прокляну, если там 30-ка будет, чувак. Если там 30-40... А то что меня? А прикинь, 15, брат! А прикинь 25! Ничего страшного, брат! Не меняй! 25. Держись! 10 секунд! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Ставки больше не принимаются. И когда? Известно будет? Знаю. Что за фигня? А, верните деньги! Оно сейчас, по идее, должно типа либо бабки вернуться, либо эта херня должна прийти. И что делать? Я не знаю, через сколько это будет. У меня игра зависла. Ставку выиграла! Ну, бля, сколько там было? У меня выиграло, бля, до хера, 77 лямов, сука. Как выиграла? А почему у меня ничего не прошло? У меня выиграло. У меня игра зависла. У меня тоже она зависла. Ставка выиграла! Так, чел, да, бля, да не в этом смысл, чувак, 77 хорош! Лямов, сука. 77 лямов, тварь. 77 лямов, блин, за что за это? Как теперь было? Надо узнать, какая ставка минимальная прошла. А где этот танк? Его не начислили еще. Да, его не начислили. Блядь, 77 лямов, сука. Брат! Я 3 ляма оставил на клановую потасовку. Да, я 3900 оставил. Бля. У челов 45 прошло и 30 прошло, сука. Серьезно? Да. 32 зашло. Ёб твою налево. 30 прошло, пишу, 32 прошло, ёб твою. Бля, такая ты тварь. А я что? Я тебе говорил, 30-ка пройдёт. Так, стоп, брат, подожди. 25 или 23 ляма была бабаха в количестве 55 штук. Всё, начислили, брат, начислили. Давай смотреть. О, да, он есть. Смотри, а чё мы начислили? А я не знаю. У кого ставка, наверное, была больше, тому и начислили быстрее. Брат, я побежал смотреть. Ай, бляха. Вот он! Дракон! Бля, там 30-ка прошла, чел, прикинь, вот это я лох. Чувак, да, вот я лошара. Я еще и деньги на это потратил, я еще продал все оборудование. Хорошо, что танки 10 уровня не продал. Бля, прикинь, жофлу, 160. Где мой танк? Он тебя написал, типа, справа, что пришёл? Да, да? Все, я уже его рассматривал в ангаре. У меня еще нет. ВЗ-111QL. Как лямов, это сколько голды? Еще раз? Я, получается, просрал где-то 45 лямов. 50 лямов даже. 50 лямов, это сколько голды? Я не знаю. 50 лямов, это 125 тысяч. Я 115 тысяч голды просрал, чувак. 125. Вон, 45 лямов у челов прошло. Пишет. Ну, 45 понятно, там у челов по 27 позаходило, по 30. Брат, ну чё, пойдем в рандом выкатывать? Так, у меня подвисло. О, мне начислили, все. Брат, чё, в рандом выкатывать? Вот она! Вот она, красоточка, стоит, ожидает. Сразу бонами надо напяливать. Ты будешь бонами прям закидывать? Не, ну пока нет, потом. Сначала розовым закину. Давай сначала так, розовым. Так, чтобы потом экипаж бон... закинуть. Да, и давай во взвод. Бля, чел, ты прикинь просто. Да. Бля, за 30-ку, я говорил тебе, тварь.
Это... Брат, да ну, ну все, ну уже, я 100 лямов потратил. Это легенда. Это легенда. Это легенда, которая будет через полгода продаваться. Чел, мы продадим потом аккаунты в три дорого. Мы продадим потом аккаунты наших танков в три дорого. Так, окей, давай, вентиль, досел и стаб бахаю на него. Да, да, давай. Я тоже сделал вентиль, досел и стаб. Жестянка какая-то. Легенда. Бери взвод. Ща. Блин, он, да, он даже выглядит в качестве миниатюрной картинки офигенно. Ну скажи, что 3D стиль, охренеть, это лучший 3D стиль вообще, в принципе, в танках, который есть. Это лучший, да, 3D стиль, который есть в танках. Ну, наверное, я не знаю, блин. Ну ты посмотри, рога, сундук, сколько ты голды, крылья. Сколько ты ППшки берешь? Я 5. Я 8. 30 таких будет. Ты представляешь, какой будет эффект сейчас? А прикинь, ничего не будет из дуба вылетать? Да, бляха. Только это, ты эффекты сделай. Эффекты где? Ну, типа, в плане того, что... Да-да, качество дополнительных эффектов сделай. Максимальное. Все, давай, бери взвод. Качество освещения, эффектов. Качество доп. Эффекта у меня всегда максимум. Так, кидаю. Да что за две тачки стоят? Смотри, две тачки легенды. Это жесть. Ну все, погнали, брат. Брат, у меня 53 ляма прошло. Стой, подожди, анонимайзер включи. Анонимайзер включи. Выключить. Включи, наоборот. Зачем? Да включи. Не, лучше пусть скрывается, ну нафиг. Сейчас попросим. Ну, я же говорю. Пусть я скрывается. Да, ну да, 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 я скрыт, у меня скрыт. Все. Не расстраивайся, ты меньше всех поставил, Джо будет в шоке. Да не, на самом деле, типа, блин, да все равно я знал, что примерно 30-ка выйдет. Но я, 32 типа, миллиона случай... 500 тысяч минимальная ставка пишет. 32 миллиона. Я знал, что пройдет 30-ка, я знал это в душе. Но я ну, поверил... 30-ка не прошла. Ебать, сколько их. Ой-ой-ой-ой, все пошли тестить. Это... Что? Смотри, сейчас я в чат напишу. Сейчас. В игровой чат смотри. Ну-ну-ну. Че пишешь? Ща будет. Ха-ха-ха! Офигеть. 27 лямов у челопа проходило, а мы как дебилы по 77, блин, по 100. Ну ладно, фиг с ним. Блин, ну посмотрим сейчас, как он будет стрелять. Давай я первую ББшку стрелю, посмотрю, как оно будет вообще выходить дуло. Смотри, какие рога здесь. Брат, это пушка. Ты посмотри на ствол, просто... ты посмотри, какой он здоровый. Стреляю. Ё-моё! Это офигенно! Прикольно, но я за 77 лямов все равно не отдал бы за эту херню. Да, ну прикольно. Блин, это жесть. Не, это офигенно. Горит прикольно, слушай. Блин, это вообще пушка. Стоят легенды, стоят. Легенду имею. Просто, блядь. Легенду имеет. Просто. Фанаты МСК стоит у них. Бля, как надо это горит. Пушка горит. Опа! Блин, он просто жесть. Офигенно, реально. Я пока что один выстрел сделал. Я ноль. Но у меня ноль урона, я просто... А, я понял. Не, я уже больше. Карта не очень закинулась. Может, поедем куда-нибудь в другое место? Какое? Тут вообще не ФК. Куда-нибудь сюда можешь поедем. На тот фланг? Ну, поехали. Я не знаю, что делать тут. Я готов просто ездить и воздух стрелять, чисто шмалять. Да, бляха. Да, ребят, да. Ну ты посмотри, какой ствол здоровый. И как он выглядит, кстати, смотри, говоря. Смотри. Так я говорю, он вообще офигенно горит. Бля, за то, что танк... За то, что у ствола горит просто, бля, мы отдали миллионы. Бля, просто нонсенс. Ничего страшного, я своим внукам буду рассказывать. Чел, чтоб ты понимал, 77 лямов... Как... Это примерно сколько рублей? Это примерно, что ты понимал... 1060. 30, нет, 35 где-то 40 тысяч рублей. Прикинь, мы 500 баксов дали за этот танк.
А Джоф вообще... Зови, это Джоф. Джоф больше $1000 подал. Ну, в Китае голдовый тайп стоил $4000. Офигеть. Мой танк на 3 отметки зато подъехал. Легенда. Ну и что? Нифига нету, да? Понятно, блин. Мы нормально тут стоим с тобой, я смотрю. Можем подъехать и вопрос взорвать, да? О, смотри, кто едет. Взорва, да? Я в труп. Легенда уничтожила дерьмо. Мы можем, я говорю, мы можем подъехать и убить его. Вот там ну, ебят, и на СТБХ еще. Бля, меня легенда продамажила. Бля, чисто чилы АФКшит. А, жесть. Не, мы не подъедем, чел. Нас откинают, лучше не надо. Так кто откидает? Ну там ебят. Не, поехали. Не, говорю, поехали, да стой. Приезжай дальше туда. Начал. Такой дурак. Просто ты такой дурак. Брат, нам нужно убивать. А, я пушку попал ему. У него слишком длинный ствол. О, он тоже. Брат, убиваем убивает. Легенду. Брат, трахаем легенду в рот. Давай, легенду рви. Легенда порвал. Да, это жесть. Смотри, сбоку. Еще одна легенда. Дал легенде. На легенду. Легенду сосет. Хорош. Создай легенда. Просто легенды отдыхают. О, там халява. Бля, меня легенда снова продамажила. Я попадание, дзынь. Живи. Меня в центре карты кто-то блайндит. Я забрал еще одну легенду. Походу я в пермаче, кстати говоря. Вряд ли. Мне же не кидают. Ну, по мне кидали. Сбоку. О, все, я сцелился. Давай, я контролю его. Закатывай, брат. Legends never die. Тут на E5 там, конечно, лучше вообще не светись, слышишь? Да. Потому что у тебя, блин, сейчас E5 вышатает, мне кажется. Я почти откатился бы отсюда по-хорошему. А мы сможем уехать? Ты, наверное, нет, а я вот точно попробую. У меня хп-то есть. Но я не сучусь, я откатил полностью, не светился. Нормально, у тебя там арта. Готово уже. Ух, нифига тебе. Ну все, ты уже АФК, все, стоим АФК. Мне кажется, он читер какой-то. Мне кажется, там легенда читерит. Может быть. Чувак, у нас хп больше на 2000. Как мы проигрываем? Какой же он красивый, мои соболезнования, Джоу, земля ему пухом. 160 лямов. Чувак, у меня перезарядка 7,5 секунд сейчас. Офигеть, у меня 8,2. Да, у меня отчаянный врублен. Я понимаю. Но пока мы просто АФК карта такая чисто стояла. Жди. Кто там такой стоит? Жду. Красавец. Это хитрая легенда. Но я пока ничего сделать не могу здесь. Жесть. Блин, против этих вазиков на самом деле очень сложно драться. Угу. Вон он, а он же шотный. Брат, легенда, наверное, кажется, он погибает. Я попробую против E5 выйти. E5 нету. Легенда гибнет. 6-2. Мне надо, короче, я, наверное, подкачу туда ближе уже. Попробую что-нибудь. Ёб твою, чел! Он я говорю, может, жестко. А может мы... Базеха? Может быть, он пополом? Да, я же говорю, он по-любому там читак какой-то. Может, у него вообще деревьев там нет? Как он точно так попадает? Он точно между... Офигеть.
Тут он меня целится. Слышишь, тут две легенды стоят мертвые. Мертвые легенды? Где и пятый вообще? Ну, я не могу пропушить, потому что и пятый непонятно, у них хп много. Как отметка выглядит, не интересует. Ну, это мы узнаем только тогда, когда будем брать. Чё, давай вваливаемся. Давай сразу за тобой. Он в сейвах? Да. Я навряд ли заеду. Ой, хорошо-то как горит. Я могу помочь? Два раза не пробил меня уже. Это легенда, брат. Это просто грёбаная легенда. Это просто легенда. Я пока не могу. Ты тоже не пробил, чел. Легенда не может не пробивать. Ты по-любому выживешь. Сорян. Получается, я скилл. Я забрал его. 540 альфа! Хорош! У него 560 средуха, все 100%, чел. Все, у него 560. Ну 540 альфа, что за бред? Я погнал. Средняя альфа? Я ему 540 дал, но это 466. Не, 490. Как же оно горит! Лол. Нормально. Такой кайф от этого получаешь. Всена попал, чувак. Всена, не прошел снаряд колдовый. Там легенда одна осталась у меня. Да, легенда должна сдохнуть. Старвайха где-то есть. На! Я его забрал! Я его в маску пробил. Брат, нужно брать. Брат, нужно брать по оружию все забрать. Легенду просто ручил. На. Отъезжай. Унесло, и арта где-то здесь одна. Давай. Едь на подсвет. Мимо. Я горю. Забрал. Она горит возле пушки, горела. Живи. Все. Где-то еще один. ХЗ, он может вообще там где-то на Б быть линии. Может. Он может быть в упоре, может быть на Б линии. 4 фрага, брат. У нас с тобой по 4 фрага. Пушка. Но не зря говорится, брат за брата за основу взято. Две легенды, по 4 фрага. Ты купил его за фиг знает сколько лямов. А за сколько сейчас его можно продать? Кстати, Сахалин, привет. 1000 серебра. Да тут, подожди, сколько? 1000 серебра, да. Серьезно? Да. Вы должны как десятку продать? Да. Что за бред? Чувак, мы с тобой взяли братья по оружию. Я взял спартанец и медаль паскуды. Что-то отметка очень медленно поднимается, чувак. Да, а ты что думал? Офигеть, тут средухи надо. Сколько? Меня показывает 6к плюс. Мне 2% дали. У меня 1,6. Офигеть. Вы офигели, это сколько нужно брать отметку тут? Да. Это просто контента на полгода. Да уж. Офигеть. Подумайте, сколько его можно продать. А продать я его могу за косарик. Красота. За косарь отдал. А чё так мало? Офигеть, чувак. Ладно, давай так, бро. Финальный вердикт мне как раз для видосика. Чё ты можешь сказать по этому танку? Вообще, в принципе, доволен, что он у тебя есть? Честно, блин, ощущения такие себе. 50 на 50. Танк классный. Мне нравится его анимация. Мне нравится, что он сложен будет для отметок. Потому что мне нравится, в принципе, отметки сделать, да? Но жалко бабла. 7 лямов слишком много. Я... Реально слишком много. Хотя, в принципе, все равно. Но зато танк новый есть. Но мы все равно стримеры. Будем играть на нем. Я его купил за 77, могу продать за косарик. Нормально, что? Мне нравится. Да. Просто за косарик. Да уж. Все, ребят, спасибо вам огромное тем, кто смотрел данный видеоролик. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, также прожимать свои сочные жирные лайки. Надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Делаем контент именно для вас. 100 лямов серебра, ставка ценою в жизнь. Самая большая ставка, которую я, по всей видимости, поставлю в своей жизни. Не то чтобы в танках, а возможно вообще за всю историю. Но эта тачка, я надеюсь, того стоит. Не, я не надеюсь, я уверен. Я, конечно, эстетическое удовольствие просто нереальное получаю. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы тоже получили этот танк. Я вас тоже, естественно, поздравляю. А тех ребят, кто не получил... Ну что ж,
Поборемся, повоюем! С вами был Нерчебат Нер Юскович. Увидимся с вами в вечернем стриме 7-го лота Черного рынка 2021 года. Естественно, это еще не все. Поэтому подписывайся на канал, жди новых видосов, стримов.